Re, viss ēters ir te! Лидер партии «Единство» Сулвит Абултини не будет претендовать на пост председателя на грядущем летом Конгрессе. Об этом сама Абултини заявила во время традиционного похода однопартийцев в театр. Поможет ли ее уход рейтингам «Единства»? Они уже приблизились к красной черте в 5%. На фоне проблем единства взлетел рейтинг у Союза зеленых и крестьян. На данный момент, согласно опросу «Латвийс Факты», зеленые и крестьяне уже опередили многолетнего лидера рейтингов «Согласие». Но вот, по словам социолога Арнеса Кактинша, популярность зеленых неизбежно пойдет вниз уже в ближайшее время, и у единства будут шансы. Скорее всего, через 3-4 месяца зеленые крестьяне, они уже потеряют тот блеск, который еще они имеют прямо сейчас, как победители венотиба. И люди просто будут требовать, а где тут у нас экономический рост, а где тут у нас реформа здравоохранения, что у нас там по сфере образования. И сейчас уже венотиб себя будет чувствовать более комфортно.